Всем привет! Доброе утро у нас. Утро офигенное просто. Солнце светит. Красота, тепло. Вот, но все чешется. Все чешется. Сегодня я на завтрак пью чай. Чай у меня, как вы видели, в болгарском чайничке. Это из города Несебр, Болгария. И липа. Липа у меня бургаска. Собирала я ее сама. Я уже как-то говорила в видео, что Бургас — это липовый город. Там просто липа, она повсюду, повсюду. И скоро она, конечно, зацветет в мае. Это запах невероятный стоит в городе. Вот, конечно, Болгария в моем сердце. Вот, осталось. Я ее очень часто вспоминаю. Вспоминаю Бургасский пляж, море. Я смотрю девочек из Болгарии, которые делают видео, которые гуляют по тем же улочкам, что я. Смотрю цены какие. Вот, Болгария, конечно, сейчас уже еще остается одна из самых дешевых стран в Европе. Но это золотое время, в которое попали мы с Рольфом, оно уже прошло. Оно уже прошло. Просто смотрю я и цены на аренду жилья, и цены на продукты питания. Вот, все потихонечку идет вверх. Так что вот такие у меня сегодня воспоминания о Болгарии с утра. Буду пить чаек. Заварила. И сейчас из глиняного. Вот видите, какой цвет желтый. А пахнет год уже этому чаю, который я собирала сама, сушила. Год. Но запах просто у липы необыкновенный, сладкий такой. Ой, какой запах, такой желтенький. Я положила совсем чуточку. Ну, так что сегодня у меня на завтрак липовый чай. Как вы видите, у меня уже почти все готово, уже обои поклеены. Вот все это потихонечку буду выставлять в видео. Вот. Так что работа продвигается. И я вам сейчас расскажу еще про один комментарий, часто задаваемый комментарий, пока я делала ремонт. Очень частый комментарий, друзья, про натяжные потолки. А не проще ли было вам сделать натяжные потолки? Я заходила на две страницы в Германии, Шпандекен, вот написано. Натяжные потолки, здесь калькулятор, здесь стоит приблизительная, какая будет цена. Вот площадь потолка. Давайте сейчас сведем сюда. У нас 30 квадратов. 30 квадратов. 301, нет, 30. Вот, 30 квадратов. Пожалуйста. Глянцевые, матовые. Я люблю матовые. Давайте на матовые нажмем. 1200. Это приблизительная стоимость. 1200. Я вам сразу хочу сказать, это то же самое, что как мы натягивали потолки в Керчи. Была тоже приблизительная цена. А потом началось вокруг гардин. Там надо было какие-то отдельно профильки. Потом каждая дырулечка стоит денег. Потом повесить лампу стоит отдельно. Вот. И вот за какие-то профильки, там уголки, вот получается, я вам хочу сказать, к этой цене нужно спокойно прибавлять еще 50% от нее. Потому что будут кидать еще ну, какие-то дополнительные штуки. Вот. Но даже 1200, я считаю, это очень дорого. Очень. И я вам сейчас скажу, сколько обошелся мне потолок вот своими руками. Так, ну что, посчитала я, во что нам обошелся потолок. Только материал, без, ну, работа моя. Шпаклевка, две банки, одна большая, одна маленькая. Я сразу округлила 70 евро. Потом флис, стекловолокно, 50 евро, рулон 50 квадратов. Три банки краски белые, две альпины, одна из магазина Коди, 80 евро. Потом ролики
покупала, плюс ведро строительное 15 евро, грунтовка 15 евро, итого 220 евро обошелся потолок нам и мои золотые ручки. Ну и Рольф там помогал, конечно, кое-что делать. 220 или 1200, минимальная цена 1200. Я опять говорю, что такая цена навряд ли будет. И я причем смотрела навесные потолки в двух фирмах. Вот это одна из двух. Вот, и у них цена у второй фирмы была тоже от 40 евро квадратный метр. 40 на 30 квадратов 1200. От. А никогда не бывает вот этой минимальной цены. Никогда. Но все равно потом то углы, то еще что-то, то какая-то сложность будет, то, я говорю, профильки, то еще что-то. Поэтому вот так вот. 220 или 1200 минимум. Вот так. У Рольфа поломался ноутбук, и мы в поисках нового ноутбука приехали в магазин электроники и техники. Он находится в небольшом торговом центре. Приехали мы на автобусе, заодно... По плану еще зайти нам в строительный магазин. Сейчас прошвырнемся здесь немножко и пойдем дальше. Маникюрчик делать. Маникюр 30 евро. Гейма Вайта. Вот, мне надо еще посмотреть шторки, тюльку. Ну я. Марк как-то была слабенькая. Идем в следующий. Сатурн называется. Строительный магазин с Рольфом. Вот кое-что по мелочам надо, мелочи какие-то купить. Вот силикон Инферно, убирать силикон. Вот такая вот баночка 13.30 стоит. Вот так. Конечно, без машины плохо. Кое-что надо бы подкупить. Не можем. Тяжело отсюда. Приехали домой с покупкой. Рольф решил купить Lenovo. У него точно такой же был ноутбук, который поломался. Вот сейчас я его открою. И вот так вот он выглядит. Все. Правда, тут уже пылюка от стройки. Lidl была акция по лампам, вот этим LED, LED. И мы купили еще вот эту большую лампу. Она ждала своего часа, стояла в спальне. Диаметр у нее 75,5 сантиметров. И 11 сантиметров она толщиной. Максимум у нее свет 80 ватт она берет. 9000 люмелей вот эти. Это, ну, свет. Тоже есть дистанционка, в общем, и звездное небо, и плюс еще ночничок. Почти такая же лампа, как у нас в Керчи, только большая просто. Вот. И сегодня Роль будет ее сейчас устанавливать. Все, лампа готова. А ну, Рольф, мах, мит фернбединунг. Опсля, видите, красивая, как звезды. Это мой куга.
О, желтеньким, желтый цвет, теплый он. Gelblich. О. Und jetzt wird Licht minus. О. Jetzt wird es dunkler. Dunkler. Und dann wird es heller. Und dann wird es weiß. Mhm. 3 ведра по 10 литров я использовала для покрытия потолка. Первый раз почти вообще ничего видно, очень много было погрешностей. Второй раз опять были видны погрешности. Я купила вторую банку 10 литров, и все равно остались полосы. И сегодня я приобрела вот эту верхнюю краску с синей крышкой, магазин Коди. Тоже была у них акция. Стоила такая банка 10 литров, магазин Коди. Вот, магазин Коди. 20 евро. Альпина стоила вот посередине, самая дорогая, это с Амазона пришла, 32 евро. И нижняя Альпина, это была краска, куплена магазин Lidl по акции здесь. 10 литров плюс 1 литр. Мне ее хватило больше покрасить. Верхняя банка как-то ушла быстро. Я не знаю. Потому что здесь написано, нижняя банка на 66 квадратов, верхняя на 55. Но здесь ничего не написано. Может, где-то и написано просто. А, вот, 65 квадратов стоит, да. Вот. В общем, 3 банки. Вот. Ну, конечно, Альпина хорошая, но я хочу сказать, и эта краска была неплохая, очень хорошая. Потолок еще сохнет у меня третьим слоем, беленький-прибеленький. Посмотрите, какая красота. Вот эти вот полосы серые, это еще он мокрый. Надо еще дать высохнуть хорошо. Одна погрешность у меня произошла, это вот в этом месте. Вот. Но это не страшно, отклеился флис. От влажности у меня есть еще клей. Я аккуратненько подклею, придавлю, и все встанет на место. Пусечка, а ты там сидишь, тоже пришла посмотреть, как Рольф делает лампу. Сонная, присонная такая. Пусешечка моя. Пусенечка моя, девочка, жопочка моя. Я уже полы хорошо вчера здесь вымывала. Тут же краска кое-где наляпала, хоть я и прикрывала. Вот, все отлично отмылось у меня. Теперь можно спокойно обойки клеить. Конечно, я вас уже задолбала своим потолком, но я вам буду опять его показывать, потому что я его уже покрасила, и у меня потолок уже готов. Это зайчики солнечные. У нас получился потолочек. Беленький, красивый. И уже поклеены даже обойки. Обои обычные, светлые. Называются светлый бетон. Вот такой вот бетон. Чем-то они мне очень напоминают наши обои, которые мы клеили с Рольфом в Керчи. Но единственное, что здесь фракция, вот это выделение бетона, немножко потемнее. А в Керчи у меня и структура, и качество обоев такое же. Все вот очень похоже. Единственное, говорю, что у меня в Керчи вот такие вот все вкрапления, они были серебристые. А так, в принципе, вот обои очень хорошо подходят под серый диван. Так что этот угол уже готов. Никаких углов я не буду клеить на потолочного. Никакого потолочного плинтуса не будет. Вот так. Чистенько, беленько. Все. А здесь вот эта стена будет краситься. Закрасил белым. Кстати, и готов. Плинтус. Вот уже начали клеить. Вот она, плинтус лежит. Тоже все покажу. Вот метражом брала 30 метров. Очень мне понравился этот плинтус с уголочками. Со всеми затычечки вот эти на конце. В общем, хорошая вещь. И внутренние углы, и наружные углы. Здесь есть все в наборе. Нужно только посчитать, написать. А вот сам плинтус в метражах 10, 20, 30, вот так можно заказывать. Поштучно нельзя. Хороший пластмассовый. Очень, кстати, он мне напоминает тоже, как у нас в Керчи. Видите, внутри плотный полипропилен. И сверху ламинирован пластиком. Один к одному, как мы в Керчи клеили. Тоже две такие дорожки под клей. Единственное, что в Керчи
Я покупала этот плинтус в стройцентре у нас. И там не было вот этих вот. Надо было. Мне, кстати, люди писали. Зрители, вообще столько много, конечно, советов. Я вас не устаю благодарить. Не устану благодарить. Всегда буду говорить спасибо. Вот, мне писали люди, что есть специальные и углы, и не надо ничего резать. Вот, но в стройцентре не было. Надо было искать, заказывать через интернет. Но опять-таки, это же надо той же самой фирмы, чтобы оно подошло. Оно же, видите, тут это специально именно к этим плинтусам. Вот, замки. Толщина должна соответствовать. Поэтому я не стала рисковать. А здесь вот, ну, продавала фирма, получается, на Амазоне уже. Сразу можно было тут же в заказ кинуть и вот эти вот все запчасти. Вот она, фирма. Ну, по-моему, я на Amazon заказывала, я не знаю, что это за фирма была. Вот, в общем, вот так, полностью на всю комнату. И быстро так все монтируется. Единственное, конечно, стены не идеально ровные, поэтому кое-где, видите, есть расстояние между стеной и плинтусом. Здесь надо будет потом пройти белым акрилом, чтобы туда пылюка не заходила. Никакого силикона больше. Пусечка моя! Ты моя девочка, любименькая моя. Ты моя, мама тебя не отдала. Мамочка тебя не отдала. Будешь у меня жить. Все, теперь будешь со мной, пока я не уеду. Вот, в общем, плинтус, вот так, видите, очень-очень-очень мне нравится. Ничего, только распиливаем длину. И причем вот соединение тоже не надо ни клеить, ничего. Вот соединительная такая штука. Соединили и готово. Вообще супер. Класс. А в Керчи мы, конечно, ну, мы не мучились. У нас в Керчи очень хорошо все получалось, потому что мы там делали нашей машиной торцевой. 45 градусов раз-раз обрезал. Тоже, в принципе, быстро все было. Вот. Ну, а так еще быстрее, когда с готовыми углами. Вообще супер. Пуся ходит, все проверяет. Ей надо, чтобы все кабеля проверить, погрызть, все полотенца на кухне поскидывать. Вот кто знает эту породу, кто сталкивался. Вот они, злющие. Во, все руки исцарапаны от этой барышни. В общем, вот так потихонечку у нас преображается все. My appetite, don't leave me high and dry.